Секреты успеха для женщин раком. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Сапрыкина, и я профессиональный астролог. Женщины-раки, понимающие и добрые, помогут, поддержат и успокоят. У них развита интуиция, и они часто прислушиваются к ней. Порой бывают очень неуверены в себе, не принимают комплименты, даже в них ищут подвох. Раки искренне хотят, чтобы все вокруг были счастливы. Правда, часто это приводит к готовности делать все во благо другим, но не себе. А иногда даже и вопреки себе. Отличаются наблюдательностью и внимательностью. Любая малейшая перемена не пройдет мимо них. У этих девушек часто перемены в эмоциях и настроениях. Когда все идет не по их плану, они могут спрятаться в свою ракушку и ждать. И также тяжело переживать поражение. У большинства с рождения есть навык манипулирования близкими людьми. Стоит отследить его и постараться минимизировать. Рак – самый семейный знак зодиака, и для них очень важна семья, близкое окружение и дети. Они всегда будут заботиться о них и создавать все самое лучшее. Также эти леди очень творческие. В их стиле чувствуется то, что на первом месте у них комфорт. Но для мероприятий они могут создать очень яркие и запоминающийся образ. Вносите в свой стиль легкость и нежность, а также можете попробовать роковые образы. Короткие платья, каблуки, яркий макияж. Создавайте противоречивость образа, удивляйте. Постарайтесь избегать оттенков серого. Какие привычки приведут к успеху? Создавайте красоту и уют дома. Будьте в контакте и уделяйте больше времени семье и родителям. Проводите вечера в уютной, домашней и комфортной для вас обстановке, возможно, в одиночестве или с самыми близкими людьми. Заводите глубокие и близкие отношения с друзьями. Готовьте еду, заботьтесь о цветах, заведите домашнее животное и ухаживайте за ним. Увлекитесь творческим хобби и изучите психологию.